Интернет-магазин «Автоток» представляет вам видеообзор на новые модели штатных магнитол M-Star QR. Android 4.4, емкостный экран. Этот Android очень хорошо себя показал, надежно и мгновенно включается в автомобиле. Давайте я вас познакомлю с ним поближе. Мы подключили Wi-Fi, здесь Wi-Fi встроенный через Play Market, установили нужное нам приложение. Вот установили, например, Яндекс.Карты. Также тут куча всяких приложений и OBD-адаптеры. Итак, Яндекс.Карты определяют местоположение GPS и по интернету подсказывают вам, как лучше доехать, как лучше проехать. Итак, мы находимся здесь. С этими магнитолами идет выносной микрофон, поэтому вы можете пользоваться распознанием голоса, например, Авроровская 4. Ну, по идее, он должен распознать, хотя я немного картавлю. Вот, пожалуйста, улица Авроровская 4. Азовская, то есть не туда нажал. Так. Московская. Кстати, есть такая улица в нашем городе. Можно... Маршрут построен. Пожалуйста. Итак, поехали дальше. У этой магнитолы очень удобный интерфейс радио. Сейчас у нас ни одна радиостанция не поймана. Мы находимся в помещении. Вот так вот, в принципе, все записывается. Так, ладно. Поехали дальше. Hands-free Bluetooth. Полная синхронизация с телефоном. То есть все 900 контактов он сюда в память переписал. И, в принципе, очень удобно пользоваться. Также полная интеграция с кнопками руля, если у вас они есть. Можно ответить на вызов, убавить громкость. Ну, программировать кнопки руля. И здесь есть такая функция. Подключение iPod. Сейчас вот у нас подключен iPod. Пожалуйста. Добавляем громкость. Пошла музыка, которая уже закончилась. Так. Боже мой. Понятно. Итак, обучение кнопок руля, вот, пожалуйста. Так. Посмотрим, как подключается цифровой тюнер. Рассчитать мои волосики? Уникальная, особо мягкая формула и натуральный экстракт ромашки. Так. Делают волосы послушными. Я красотка. Их так приятно расчесывать. Джонсонс Бэйби. Всегда легкая расчесывка. Это можно подключать флешку, microSD. Для того, чтобы проигрывать. Так, это у нас цифровой тюнер. Запускаем CD-ROM. И стихов ты прочитаешь сам. Я знаю. Показывает DVD, MP3, AVI. Диск читает все форматы. Очень удобно. Записали дома и загрузили. И все работает отлично. Как видите, запущена GPS, и при этом идет звук с диска, с радио или еще откуда-то.
И когда GPS что-то говорит, немного притухает звук на диске, мы отлично слышим, куда нам надо повернуть, и звук восстанавливается дальше. Так, Сереж, позвони мне на сотовый. Возьмешь, да? Да, да. Возьму, наверное. Сейчас мы вам покажем, как работает Bluetooth hands-free, свободные руки. То есть на эту магнитолу пойдет звонок. Так. Пожалуйста, идет звонок. Отвечаем. Отвечаем и разговариваем. Заканчиваем разговаривать. Так. Здесь есть эквалайзер. Можно по-разному настроить звук. Звуковой процессор здесь очень хороший. Мы подключали к машинам. И, например, мы подключали на Prado 150. Там головное устройство стояло тоже с хорошим звуковым процессором. Ну и звук не стал отличаться от штатной. Итак, так, ну что, хорош?